мы находимся в Ливане. Сегодня я, когда была в Триполи, внизу на море говорила, а вон там далеко снег. Но мы туда не поедем, потому что там не доехать, все заметено, в Баальбек не поедем. Все, мы тут вот погуляем, на горы посмотрим и все. Потом муж пошел к администратору, спросил, а можно доехать? Он говорит, ну а что нельзя? Баальбек, конечно, нельзя, но до гор, до снега, до красивых мест, конечно, можно. И самое главное, до ливанского кедра, который мы сможем увидеть. И вот мы поднялись на 1500 уже метров, и тут уже кругом все снег, не тающий, абсолютно. Уже холодрыга такая, наверное, градуса 3. Ну, я не знаю, да еще с ветром. Так что тут долго не постоишь, не порассказываешь. Но я хочу сказать, что мне это напоминает все Гималаи. Я прямо в восторге. Так шикарно, такие горы. Прекрасно, прекрасно. Вот рассказывают, что в Ливане так интересно все построено, что есть место, где можно покататься на лыжах, а можно спуститься и поплавать в море. Вот мы как раз сейчас то и делаем. Только что были возле моря, а вот уже поднимались до снега. И на лыжах, конечно, не будем кататься, но подмерзнуть уже успели. Всем привет из Ливана!